дамы и господа, убедительная просьба отключить звуки ваших мобильных телефонов. Мы рады приветствовать вас в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР, академика Российской академии художеств Александра Шилова. 1996 году единогласным постановлением Государственной Думы и правительства Москвы была учреждена Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Александра Шилова. 31 мая 1997 года состоялось торжественное открытие галереи. С самых первых дней своего существования галерея стала одним из любимых и посещаемых москвичами и гостями столицы мест. Здесь на постоянной основе проходят разнообразные экскурсии, лекции по мировому изобразительному искусству и концерты классической музыки. В этом году галерея отмечает свой юбилей, свое 25-летие. В этой связи мы подготовили для вас интересную программу, которая будет проходить в течение всего юбилейного года. Сегодня для вас состоится концерт «Первое свидание», в котором выступает камерный оркестр Ивановской филармонии и солист Семен Шмельков, лауреат международных конкурсов. Встречаем! Бронера. Его изумительное сочинение «8 сонетов для баяна плыву в любви», прошу прощения, «Плыву в волнах любви» мы сегодня исполним фрагментами. И таким образом мы попадаем в разгар сюжетной линии. Мы начнем, вот как указано в программке, с «Амура», а до этого в музыке было «Люблю», «Признание», после чего следует три части, которые мы исполним, и после чего следует «Весна», «Плыву в волнах любви» и, собственно, «О, музыка». Итак, Михаил Борисович Бронер, три части из 8 сонетов. Thank you.
хитро и не менее талантливого Карла Филиппа Эммануила Баха. Концерт, третью часть которого мы исполним, был написан еще при жизни отца. И первая часть, первая страница, первый такт первой части цитирует прелюдию «Ре минор» из второго тома Хэтака Баха. То есть такая прямая отсылка к музыке отца. А в целом третья часть написана, с одной стороны, в духе барокко. Есть много музыки, ассоциирующейся с музыкой Вивальди в том числе. И очень интересные народные элементы, ассоциирующиеся с музыкой фанданго. Вот такая смесь порочности и народности в этом сочинении присутствует. Thank you.
Татьяна Павловна для московского конкурса международного баян-баяниста написала специально концерт, и мне посчастливилось именно с автором сыграть премьеру этого концерта. И вот сегодня впервые, я бы еще раз сказал, посчастливилось сыграть этот концерт с оркестром. Музыка написана в двух частях. Если коротко сказать, или, скажем так, приоткрыть наше представление о концерте, то первая часть в моем представлении как прелюдия, в которой композитор, что называется, наводит резкость на свои воспоминания, на какие-то ощущения из прошлого. Вторая же часть – активная часть действия, и здесь, как мне кажется, есть элементы такого детского начала, особенно в начале второй части. Вы услышите шум клавиш, который для меня лично ассоциируется с топанием маленького ребенка по комнате. Это то звучит, то не звучит. Образы часов, которые нас переводят из этого возраста в более зрелое состояние. И в конце зажигательные ритмы, румбы, может быть и не румбы, но настолько зажигательные, что устоять невозможно. Итак, Татьяна Павловна Сергеева, концерт в двух частях. Thank you.
Thank you.
С народным оркестром, для фортепиано, органа и симфонического оркестра. А вот в таком варианте для баяна с камерным оркестром звучит впервые. Итак, Вадим Либерган, ария. Thank you.
Ольги Чистохиной. Пьеса называется «Весенняя музыка». И, в общем-то, и написана она действительно вот весной, закончена весной этого года. С одной стороны, здесь и современные мотивы, а с другой стороны, есть аллюзия с музыкой Вивальди, обращение к порочности. И все это добавляет такого действительно весеннего настроения, в предвкушении нового звучания, новых эмоций. Ну, я надеюсь, мы это все услышим. Итак, Ольга Чистохина, «Весенняя музыка». Thank you.
Никогда, а музыка, на мой взгляд, красивая, как вообще-то вся сегодняшняя музыка, звучащая сегодня. Итак, Ефрем Подгайц, концертина в трех частях. Thank you.
Бронера мы подошли к свадебному пирогу Шарля Камиля Сен-Санса, вальс «Каприз». На баяне он особо не исполнялся. И вот благодаря Дмитрию Федорову и Государственному камерному оркестру Ивановской филармонии мы смогли нашу идею осуществить. И сейчас мы поднесем вам свадебный пирог. Thank you.
кусочек свадебного пирога. Все как надо.